человек. Стоять! Внутрь хода нет. Ворота закрыты. Открой ворота. Мне надо поговорить с Эрхагом. Не открою. Эрхаг внутри. Ты снаружи, а я между вами. Ты местный стражник или кто? Да, никого не пускаю и не выпускаю. А что мне помешает дать тебе по морде? Ничего, но ворота не откроются. Так я их сам открою. Да, и как? Ворота запираются изнутри. Солдат Дарук открывает их по моему слову. Дарук? Солдат? О чем ты говоришь? Король Эрхаг дал мне солдата, Дарука. Акбош говорит, Дарук выполняет. Как мне убедить Дарука открыть ворота? Услужи Акбошу. Сходи к Мелугу и принеси скахань. Скахань? Мелок? Слушай, я ни слова не понял. Акбош скажет медленно. Скахань пьют. Ты понял? Хорошо. Мелок — это шаман. Мелок варит скахань. Мелок не здесь. Акбош скучает без скахани. Я приношу тебе выпивку Мелога, а ты говоришь Даруку открыть ворота, верно? Ты умный. Очень умный. В тебе есть кровь орков. Чуть-чуть. Разве что в самой заднице. Где этот твой Мелок? Сбежал. Прячется на юге. Ты там смотри. За рекой. Юг — это там, где не север. Ты понял? Я достану тебе скахань. Ты принес мою книжку с набросками? Да, но не в самом лучшем виде. Клянусь наковальней, что за вонь? Как это понимать, парень? Тебе лучше не знать об этом, поверь мне. В таком виде она сгодится? Дай посмотреть. Какая жалость. Большинство набросков испорчено. Но я могу обучить тебя вот этому. Давай приступим. Чего зря тянуть? Тебя, мой друг. Привет. Ты орочий шаман? Тот, кто умеет варить скахань? Два вопроса и один ответ. Да, и еще раз да. Чего тебе от меня нужно? Мне бы немного скахани. Скахань? Зачем она человеку? Меня прислал Гилтор, смотритель замка Сильверлейк.
Я пытаюсь договориться с Эрхагом, чтобы он отпустил лорда Гаваана. Только в пещеру войти не могу, на пути стоит Акбош и не пускает внутрь. Пока не принесу скахань. У орков есть пословица. Ты ешь моих вшей, а я ем твоих. Чего? Тебе нужно попасть в орочий лагерь. Акбошу нужна скахань. Тебе нужна скахань. А мне нужен Ирай. Ирай? Да. Это сын вождя. Он пропал, поэтому я волнуюсь. Приведи молодого орка сюда, и получишь свою скахань. А где мне искать этого твоего Ирая? По-моему, он от меня прячется. Не знаю уж почему. Но я заметил дым на западе отсюда. Договорились. Попробуй отыскать этого Ирая. Ты очень хорошо говоришь по-нашему. Я ведь шаман. До прихода Эрхага мое племя часто торговало со многими людьми с севера. Почему же ты не в племени? Из-за Эрхага, злобного орка без души. У Эрхага нет души? Эрхаг не настоящий орк. Он пришел к нам с севера, с далекого севера, одержимый жаждой крови и власти. Как Эрхаг стал вождем? Он гостил у нас. Он был хорошим охотником. Но в день имени вождя Марига он вызвал его на бой, обозвав слабым стариком. Вызвал? Просто так взял и вызвал? Раз в год воин имеет право бросить вызов вождю. Но в том поединке не было чести. Сперва Эрхаг сломал Маригу обе руки, прямо перед всеми орками. Потом сломал ноги, а под конец — шею. Выходит, обычно вы не сражаетесь до смерти? Бой считается законченным, если противник сдается. А не так, не так. Ирай, сын Марига, хотел убить злого Эрхага. Пришлось мне ударить юнца по голове. Потом я положил Ирая на плечо и ушел. Стало быть, этим ударом ты спас ему жизнь? Может быть, да, может быть, нет. Ираю не пристало нападать на нового вождя. Это запрет. Получается, что вождь неприкасаемый? Не понимаю, а как же смерть Марига? Нет, нападать на нового вождя нельзя в течение многих лун. Но сейчас уже можно. Ирай может пойти и бросить Эрхагу вызов. Отомстить за отца. Теперь понятно. Эрхаг просто разрешил тебе уйти? Да. Изгнанники тоже под запретом, пока не вернутся. Что ты подумываешь делать теперь? Ирай, родной сын Марига. Он победит Эрхага, и мы будем свободны. Орк Куругурах. Как поживаешь, мой друг? Здравствуй, мой друг. Что привело тебя в эту глушь? Твой друг? Разве мы уже встречались? Все люди мои друзья, странник. Пока они не докажут обратное. Понятно. Я выполняю одно поручение Гилтера. А ты что здесь делаешь? Жду. Чего? Открытого пути к Тушу, а еще... О, это секрет. Ты хочешь попасть к Тушу? Да, я живу недалеко от Тушу, на болотах. А сейчас камнепад перекрыл проход, и я тут застрял. Ты мне можешь рассказать что-нибудь о Тушу? Тушу — это священное дерево. Оно посвящено всем трем богам. Там живут разного рода маги. Это, наверное, чертовски большое дерево. А ты тоже маг? Не. Тушу окружает Черноводье, а Черноводье опоясывает болото. Я живу на болоте. Что, прямо на болоте? Недалеко от делянок с болотником, друг мой.
Черноводье? Что это такое? Поселение? Даже магам порой надо есть. Вот почему к Тушу стекаются охотники, сборщики и всякие торговцы. Они и основали Черноводье. Теперь там живут самые разные люди. Черноводье. На слух мрачновато. Это маги такое название придумали? Нет. Местные жители голосование устроили. На болотах люди все еще свободны. А что такого особенного в болотнике? Он лечит, друг мой. Лечит душу и помогает успокоиться. Мелок ведь шаман, верно? Именно так, друг мой. Когда-то он принадлежал к племени Сильверлейк, но Эрхак изгнал шамана. Что тебе известно об Эрхаге? Немного. Только то, что он пытается превратить безобидное племя в кровожадную орду. На болотах ему пришлось бы полегче. Почему? Там живет племя Костоломов. Но они слишком свирепы даже для нашего дорогого Эрхага. Почему ты здесь с орком? Мелок мой друг. Он делится со мной крышей над головой, а я делюсь с ним болотником. Ты ждешь чего-то загадочного? Что за секрет? Загадочный секрет, друг мой. Ясно, кажется, я понял. Клан Костоломов? И что это за орки такие? Дикие каннибалы, которые живут в южной части болот. Ну не волнуйся, друг мой, это довольно далеко отсюда. Приветствую тебя, мой друг. Как поживаешь, мой друг? Ты тот самый Эррай. Эррая больше нет. Ушел. Тогда кто ты? Никто. Никто? Тело Эррая здесь, но сам Эррай пропал. Поясни. Шалок украл душу Эррая. Злой Шалок. Шалок украл твою душу? Он что, шаман? Нет. Шалок побил тело Эррая. Сорвал душу Эррая с шеи. Эррай пропал. Так Шалок просто сорвал душу с твоей шеи? Да. Настоящие орки носят данные им имена на шее. У них есть души. Ты говоришь про амулет? Амулет с душой. Не уверен, что правильно тебя понял. На амулетах написаны имена, поэтому они души? Да. Без имени Эррай больше не Эррай. Имя Эррай, душа Эррая. Тело с именем Эррая, тело Эррая. Мелок тебя уже обыскался. Тело Эррая
прячется. Мелок не увидит пустого тела Ирая. Мелок не увидит позора Ирая. Если тело Ирая дотащится до хижины Мелога, стоящий здесь человек вернет Ираю душу. Обещаю. Обещаешь? Хорошо. Тело Ирая повинуется. Тело Ирая такое пустое. Где мне найти Шалога? Далеко от тела Ирая. Ирай тогда убежал от Шалога, от воздуха на болоте. На болоте? Шалога можно найти на болоте? В лесу. Болото за лесом. На юге, значит.